бегу-бегу-бегу, я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу. Бух, наше утро. Пробежка не в парке, а просто по дому. Я побегаю. Давай, догони, 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 догони. Ты прибежала на кухню кушать? Да. Ой, где моя еда? Каша еще варится. Ева, ты любишь садик? Да. Побежали? Да. Дипель. Ты мне книжку достала? Да. Ева, что за намеки? Дипель. А что мне с ней делать? Дипель. Бежать? А что, чтобы мне было тяжелее? Да. Ну, спасибо. Ева, а почему ты в купальнике? Подскажи. Наряжаться. Наряжаться. Потом, год назад, меня... Меня Ева зовут. Ева! Очень приятно познакомиться. Пойдем кушать? Познакомиться. Я умею... Кушать идем? Да. Держи пинки, пойдем его кормить. Нет. Что он же сказал? Он гречку Ева хочет. Да. Вот. Я 7 лет мечтал попробовать гречку. Дашь попробовать? Да. Дай мне попробовать. Квест. Надеть на ребенка одежду. Ух ты, какой у тебя рюкзак красивый. Ев, давай колготки надевать. Будем как космонавты на улице. А ты космонавт. Хочешь быть космонавтом? Давай. Чтобы быть космонавтом, надо одеваться. Давай ты быстрее оденешься. Да. Я начал уже. Папа колготки надел? Да. Кажется, он нас обгоняет. Ева, Ева, папа надел уже футболку. О, у тебя ножки в одной, Ева. Ё-моё. У тебя отросли так волосы. А мамы длиннее или у тебя длиннее, Ева? Длиннее у меня. Папа ботинки надевает? Да. У меня тортик. Ты засмотрелась на что-то? На огонечки красивые в городе? Ева, а как у тебя подружку в садике зовут? Эми. А что вы с ней вместе делаете? Догоняли. Играете? Догонялки. Догонялки. А еще как? Прятки. И в прятки. Погромче. Помните, я как-то рассказывала про садик Монтессори? Евик там прочно закрепилась, прошла адаптацию и ходит теперь каждый день на 3 часа, с 9 до 12. На сон я пока оставлять ее не хочу, спит она всегда дома. Ну все, пока, Евгений. Наверное, в тот момент, когда отводишь ребенка в садик и берешь любимый кофе, начинается новое утро, совершенно особенное и твое. Я вам хочу показать обновочку, познакомить с ней ни разу еще на YouTube не показывала. Это барабанная установка, и она электронная. Что означает вообще электронная? То, что вы не видите, да, вот этих больших барабанов, как обычно в студиях стоят. Это такая специальная компактная установка для дома, и звук здесь действительно имитирует полностью настоящие барабаны. Он может выходить в колонку, тогда вашим соседям не поздоровится, скорее всего. Но если сделать очень тихо, то нормально. Если же вы хотите их поберечь, ну и вообще ваших домочадцев, то нужны наушники. Я, кстати, не ожидала, что такие сложности будут с выбором колонки, потому что это еще
Ого-го, какой квест. Выбрать нормальную колонку, которая будет выводить именно бочку. Вот эта вот педаль, она отвечает за бочку. Я вам поближе потом покажу, когда сяду. Дело в том, что у нее такой глубокий звук, что некоторые колонки его просто не берут. Притом хорошие, дорогие колонки. И пришлось купить вот такую махину. Но она точно все выводит чистенько. Покажу вам, как это выглядит от первого лица. Вообще, стул лучше всего брать совершенно другой, такой круглый, который может регулировать высоту посадки, потому что здесь, конечно, неудобно, мне иногда хочется ниже-выше. На самом деле, барабанная установка выглядит не так, конечно. Барабаны отличаются по виду, по тому, как они вообще где стоят, а здесь просто вот такие томы их называют. Получается такая здесь умная система электронная, что выводится звук, как настоящих барабанов. Например, это малый. Этот барабан альт называется. Это тенор. И это напольный флор. И тарелки. Это тарелка хай-хет, она такая самая знаменитая. И педалька как раз для нее. Если я зажимаю педальку, то звук вот такой. Если я педальку не буду зажимать, то будет звук. Эта тарелка называется крэш. Она такая акцентная. И вот та самая бочка, о которой я говорила. Слышите, какой звук? Звук достаточно глубокий, и именно эта бочка делает вообще все, мне кажется. Я даже не знала, если честно, когда начала барабанами заниматься, что ногами тоже надо что-то делать будет. То есть здесь вообще сложность координации в том, что ты иногда четырьмя конечностями своими делаешь абсолютно разные вещи. Я еще, конечно, новичок, занимаюсь всего 3 месяца, но... То, что вытворяют люди, которые хотя бы год отзанимались, это просто вау. Да даже, если честно, сейчас, когда я себя снимаю, например, и включаю какую-нибудь песню, под которую я играю бит, мне уже кажется, что это очень круто. Потому что раньше я всего этого не умела делать, и я просто могла к барабанам подойти такая... Прикольно! Мама! Дима! На улице! Там обнимемся, может? Да. Мамочка! Цветочек тебе пришел. Я вижу тебя. Кто там? Ты готова? Да. Ой, все, найдено самое важное. Моя любимая. Твоя любимая? А что это такое? Это вот это ням-ням. Какая-то ням-ням, да? Вообще-то, Ева, это распаковка с сайта iHerb. Да. А их да. Ладно, первым делом открыто самое важное. Вот это выброси, пожалуйста, в мусорку. У нас снова коллаборация с iHerb. Это вы. Я заказала что-то, что мы уже пробовали, а что-то прям супер новое. Это что? Это вот это. Смотри. Мама, задни. Мне тоже можно? Да, конечно. А ты знаешь, что это такое? Да. Чин-чин. Так вкусно. Так сладко. У них нет сахара вообще в составе. Вот такая упаковка, можете сразу либо скрин делать, но на всякий случай еще все ссылки будут в описании. Да, я заказала сразу несколько пачек, потому что была уверена, что это будет очень вкусно. Они одинаковые. Эти с виноградом, а эти с клубникой. Чупа-чупсы, которые полезны для зубов, то есть их прям можно после приема пищи рассасывать, потому что они с ксилитом. А вы помните, что делает ксилит для зубов? Что? А это что такое? Это не эти зубы. Да, ты узнала? Смотри. Вот тут здесь прячется. Открываем. Нажимаем на кнопку. Классный? Да. Давай посмотрим, что есть еще. Да. Штучка, о которой я давно мечтала. Такой приборчик для промывания носа правильного. Ева такая сразу, мне интересно. На картинке вот показано, как промывают нос. И интересно, что в составе есть уже вот эти упаковочки с солью, потому что это солевой раствор нужен для того, чтобы нос промывать. Я всю жизнь просто это делаю с блюдечком, знаете, изо рта это все выплевываю, то есть когда какая-либо простуда, насморк. Собственно, и в период беременности и грудного вскармливания я только солью все время полоскала. Получается, их размешиваешь с водой и добавляешь сразу сюда. Идите. Видишь, нарисовано, можно рисовать по кафелю. Всю ванную зарисуешь сегодня. Тут у нас есть пачка манго. Это просто дегидрированная манго. В составе только манго. Прикольный такой снэк. Ями-ями. Манго тоже ями-ями. А дальше... О, то, чего я ждала больше всего. Это диффузор
масло. Зайка, ты поворачиваешься, спинка, ничего не видно. Вот так. В общем, сюда нужно заливать арома масла, и это будет все распространяться по пространству. При том, что масел у меня дома очень много, и я постоянно закупаю одно арома масло. Это малиновое. Кушинтая. Она фиолетовая, она малиновая. Такая вот конструкция. Мама, здесь куда-то заливается масло. О, Ева. Это что? Нет, наверное, все-таки это я ждала больше всего, потому что это детские бомбочки для ванны, которые вот так вот в воде бурлят. И еще внутри у них, по-моему, игрушка. Будет водичка синяя или розовая. Классно? Сегодня откроем? Ой, они так еще красиво выглядят. Мне кажется, это как вот подарок. Просто даже взрослому будет очень приятно. Так. Мне кажется, Ева, дальше все не особо тебе интересно. Это жвачки с ксилитом, а не с корицей. 100% вкус корицы. Улыбочку. Не самое интересное для Евы, но зато интересное для меня. Это жидкий хлорофилл и ламинария. Хлорофилл мне советовал пропивать нутрициолог, когда в моем рационе мало зелени и когда я хочу такого легкого детокс-эффекта. А добавка из морской капусты, ламинария, это превосходный натуральный источник йода, особенно актуально в наших широтах, как для взрослых, так и для детей. И последнее, что было в заказе, это такой тревел-вариант масел, арома-масел, который можно сюда мазать. Вообще, наука ароматерапии мне очень-очень интересна, то, как на нас влияют определенные запахи, именно масла, что всего лишь понюхав, например, какой-то аромат, можно добиться эмоционального равновесия. И удобно, что они такие маленькие, их можно брать с собой. Я взяла еще один, я думаю, что найду, кому подарить. Тут есть против головной боли, от стресса. Отдельное есть масло для йоги и медитации, как тут написано. Как по мне, пахнет сосной. Ева, ты хотела бы стать блогером? Да. А что бы ты снимала? О чем? Какая у тебя бы тема канала была? Желтая. Желтая тема была бы. О чем бы ты рассказывала? Что ты любишь? Кушать. Кушать? Прекрасно, мне кажется, уже есть контент. Да. Как вы заметили, на iHerb можно найти все, что угодно. Огромный выбор, более 30 тысяч натуральных товаров и доставка в 170 стран мира. В честь Черной пятницы iHerb устраивает распродажу, а мой промокод Паснова даст вам дополнительную 5% скидку на весь ваш заказ. При том, что скидки будут суммироваться друг с другом. Поэтому, если вы вдруг не знакомы с iHerb, но давно хотели познакомиться, то сейчас, мне кажется, самое время по приятным скидкам приобрести нужные товары. Все ссылки на продукты, которые приобрела я и распаковала в этом видео, будут в инфобоксе. Ой, спасибо. Показать. Хочешь показать в камеру? Это твоя любимая игрушка? Да. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мы сейчас с вами пойдем на полотно. Это мое 4-е занятие. Мне так нравится. Сначала я подумала, что это просто аэро-йога, когда я увидела эти полотна. И так вообще интересно совпало, что я ходила к психологу, и его офис был рядом с залом, где вот эта аэро-йога. Я каждый раз, когда ходила к нему, проходила мимо этого зала. В итоге я уже давно не хожу к психологу, ну, то есть мой вот этот вот курс закончился. Больше пока тоже не было особых поводов для посещения. Но я вдруг вспомнила, что видела эти полотна, и мне захотелось научиться на них висеть. И это очень классно. Мы там разминаемся, растягиваемся, висим, и это получается и силовая тренировка, потому что там реально нужно много сил, чтобы держаться руками. Это очень классное развитие координации при этом, растяжки, конечно же. И все это может вылиться в очень красивый танец, если потом это оформить под музыку, несколько вот так трюков показать. Не самое лучшее было решение надевать белую обувь в нашу прекрасную погоду. Я, кстати, недавно поняла, точнее, это вы мне помогли осознать, что я снимаю влоги из путешествий, с каких-то интересных событий, но никогда особо подробно не говорю про город, в котором я живу, и не снимаю какие-то интересные, не знаю, заведения, места, где мы ходим. Вот. И у меня к вам вопрос, интересно ли вам было бы побольше узнать о Екатеринбурге, потому что у нас очень красивый город, потому что мне он безумно нравится. Может быть, конкретно, не знаю, какой-то гид по заведениям, потому что у нас тоже есть свой топчик. Measure the love you throw around.
утеплились, вышли гулять. У нас уже настоящая зима. Очень много снега. Так много снега. Не кошкой. Тебе нужно стараться на попке ехать. Ох, молодец. Такая малюсенькая, да? Ого. Чутка не твой размерчик. А теперь ты. Подтолкни, говорит. Давай. Подтолкну тебя. Ура! А теперь ты. Можешь вперед головой? Ева, толкаешь меня? Да. О, так красиво сосна. Все, съезжай по маме. Давай. А ты готова? Нет? Давай. Это что за сарделька приехала? О, покажи елочки красивые. Вот это. Ну как, рада вернуться на родной Урал? Да, конечно. И вот эту. А давай скажем, привет, красотка. Привет, сосотка. Это сосотка? Оно что-то великое. Так зарождается дружба. А давай дружить. А давай дружить. Посвящается всем, у кого очень мало снега. Делюсь. Там еще травка виднеется. Скажите, вам заметно, что я снимаю все происходящее на новую камеру? Я, конечно, для влогов обычно использую супер миниатюрную, но когда ты видишь такое качество, сложно не взять вот эту махину. Вы бы знали, как она объемно выглядит. Вот, можно сказать, ее размерчик. Ходи. Давай, только смотри, скользко ходить. 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 Правильно, поправила меня. Да. Я обожаю желтый свет у нас в коридоре, да и вообще в целом в квартире. Что поделать? Мы с Денисом из Венгрии привезли вот такой рождественский календарь. У нас, конечно, Рождество празднуется не так, как в Европе, но мне очень нравится эта традиция. И здесь не просто нужно, знаете, в шоколадке вскрывать, когда там первое, второе, третье число, а ты сам можешь подкладывать и выбирать, что хочешь. В один день игрушку подарить маленькую какую-нибудь, в другой день печеньки. Что намешиваешь? Добавим туда перца немножко, какой-нибудь желтом, соли. Это лен. Снова. А без разницы. Думаю, еще надо лука добавить. Знаешь, что сюда не хватает? Каких-нибудь контрастных кунжутов. Вот, красиво сразу. Ева, тебе нужно так посыпать семечками? Да, ладно, будемся. Ева, мне больно. Ева, папа тоже будет. Вот так. Карма. Карма. Вот это карма. Знаете, что это? Не удивляйтесь, почему это выглядит так и почему свечки 3 и 0. Дело в том, что ей вчера исполнилось 2,5 года, а это ровно 30 месяцев. Ева съела полкуска торта, но мы ей помогли, конечно. И сегодня будем еще доедать. И снова свечки задувать, потому что это, наверное, самое приятное. Ты готова? Да. Только аккуратно с огнем, он горячий, издалека. Давай еще. Давай еще раз. Я хотела помочь. Ева, тебе вчера было 2,5 годика. Тебе 30 месяцев. И вот твоя шапка в подарок. Шапка из Будапешта. Будапешта. Какая крутая шапка, Ева. Вау. А где деньги у меня? Кстати, все самые прикольные игрушки я покупала именно в Duty Free. Тогда вот акула, которая заводилась в воде. Вот этот Скуби-Ду, который растягивается. Держи голову, Ева. Сейчас обратно форму примет быстро. Оп. И все. Ты делаешь из него крендель? Да. Ты
Так, бомбочку я принесла. Такую будешь? Вау! Класс! Нравится? Да. Это что? Это бомбочка? Она в воде пускается. Ну и ну. Ну и ну. Она молодец, бомбочка. Бомбочка молодец? Да. Ты как будто Ева в каком-то лазурном море, да? Ну, похоже на море. Ну, похоже. А ты знаешь, что внутри игрушка? Да. Это рыбка тебе в подарок. Меня вообще впечатлили вот эти маркеры, потому что когда ты можешь рисовать везде по стенам, это вообще... И что они так после воды хорошо пишут. Это я, которую распределили. Это девочка. Ты гусеница. Прекрасно. Поехали! На мамином хребте будешь кататься? Поехали! Игорь! Ты еще грузовоз. Доченька! У меня найдена любимая мантра. И, мне кажется, Евина тоже. Потому что она под нее именно засыпает. Вот это.